Таким азартом и верой в победу выступали все ансамбли бального танца. Международный фестиваль «Солнечный бал» проходит в Барнауле уже 14-й год подряд. Свыше 1000 участников со всей Сибири словно в невесомости порхают по сцене Дворца культуры. Мы приехали с джайвом и с самбой. Ага, самба. Самба. Это танец страсти, я слышала. Да. Почему нравится танцевать такие экспрессивные танцы? Ну, интересные вариации, движения. Можно показать эмоции красивые. А приметы перед выступлением? Есть какие-то у вас, не знаю, с левой ноги на сцену запрыгнуть? Помолиться. Мы готовили аты-баты и встретимся у фонтана. Получается, сложность была в том, что мы маленько волновались, но ничего такого сложного в итоге и не было. Мы очень старались, мы прям дышать не могли, у нас горло пересохло. Хорошее настроение, мы танцевали. У нас тогда был очень... вальс. Да, я танцую уже 7,5 лет, мне это нравится. А я 5 лет, и я вообще с самого... Короче, мне с 3 лет приспичило на сцену. Раньше они любовались танцорами по ТВ, сегодня мы любуемся ими – техничными, яркими, артистичными. В их выступлениях продумано все до мелочей – хореография, эмоции, костюмы. Импровизированный паркет во Дворце культуры горел с утра до позднего вечера. Возраст участников варьировался от 4 до 50 лет. Оценивали конкурсантов именитые судьи. Среди них Максим Петров, участник и победитель таких телевизионных проектов, как «Танцы со звездами». Хотелось чуть-чуть покритиковать в этом году. Вот хочется, чтобы номера не только были, сделаны акценты на костюмы, да, еще хочется все-таки чуть-чуть больше добавлять основ и техники в танец, рассказывать детям про идею танца. Победители в разных номинациях, а их было 24, увезли с собой больше 100 почетных кубков и свыше 700 медалей. Но главная награда – аплодисменты зрительного зала. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.